Ребята, всем большой-большой привет. Всем спасибо за подписку, за лайки, за комментарии. Большое спасибо, подписывайтесь. Сегодня у нас вот такие хрустящие палочки вместо хлеба. Очень вкусные. Можно сделать их как солеными, так и сладкими. Просто в одном варианте вы в муку добавляете соль, а в другом сахар. И вот такая красота. Хрустящие, вкусные палочки домашние. Кому интересно, смотрим, как их делать. Подписывайтесь. Ребята, готовим наши палочки. У нас 200 грамм муки просеянной. Всыпаем сюда чайную ложку соли. Перемешиваем соль и муку. Добавляем сюда 60 миллилитров масла растительного. Очень быстро все это делается. И 100 грамм горячей воды. Пока горячее, замешиваем тесто. Быстренько, быстренько, быстренько. Типа как заварное тесто. Вот как раз. Замешиваем тесто. Вот какое тесто. К рукам не липнет. Ни к столу. Не прилипает. Кулечек. И отправляем в холодильник минут на 20. Тесто полежало в холодильнике. Берем кусочек. Раскатываем таким прямоугольничком. И теперь делаем такие полоски. Теперь эту полосочку вот так скручиваем и на противень. Вот выклали на противень наши спиралечки. И теперь водичкой смачиваем чуть-чуть. И посыпаем итальянскими травочками, можно кунжутом. Эти палочки можно делать не только соленые, но и сладкие. Вместо соли добавляю сахар. Вот так вот. Не сильно. Слегка, чтобы травка прилипла. Разогретая духовка 190 до румяности. Видите, какая красота. Вместо хлебушка к супу, к борщу. Все, продолжаем и ставим духовку. Смотрите, какая красота. Хрустящие палочки. Готовится просто, вкусно. Готовьте вместо хлеба.